5 августа 2005 года, без обычной в таких случаях шумихи, в Москву из Мадрида спецконвой доставил одного из троих лидеров Орехово-Медведковской преступной группировки – Андрея Пылева, известного в криминальных кругах под кличкой «Карлик» или «Андрей Маленький». За этими безобидными прозвищами скрывался человек, который на протяжении многих лет из солнечной Испании управлял активами и деятельностью жестокой банды убийц, на счету которой было более 60 загубленных жизней. Именно он отдал приказ уничтожить наемного убийцу Александра Салоника, известного под кличкой Саша Македонский, и его подругу, финалистку конкурса красоты, Светлану Котову. Именно он был причастен к убийству авторитета Гриши Северного и другим громким делам. Его выдачи Россия добивалась более 5 лет. Что скажешь, братишка? А что тут говорить? Да валить этого Самарина. Сколько нам уже обломал, такое прощать нельзя. Взрыв престижного 600-го Мерседеса. За рулем был никто иной, как уголовный авторитет Сергей Тимофеев по кличке Силлер. Эти кадры из многосерийного телевизионного фильма «Банды» могли бы проиллюстрировать показания свидетелей на громком судебном процессе, который проходил в стенах Московского городского суда. На скамье подсудимых 44-летний Андрей Пылев, который обвинялся в организации преступного сообщества и организации как минимум 3 заказных убийств. Судья Елена Гученкова вместе с коллегами уже рассматривала дела, связанные с бандитскими группировками. Правда, раньше на скамью подсудимых попадали лишь исполнители заказных преступлений. Теперь же коллегии присяжных предстояло судить человека, который лично ни в кого не стрелял и оружие в руках не держал. Но именно он отдавал приказы убивать и был самым важным звеном в криминальной цепочке, ее мозговым и финансовым центром. Обвинение организатора всегда сложнее доказать. Сам он непосредственно не совершал убийство, то есть не стрелял, не душил, а его вот роль состояла в организации этих деяний. С самого начала процесса Пылев был спокоен. Он знал, что судить его могут только по 3 криминальным эпизодам. А живых свидетелей, которые могли дать показания против него, нет. В этом он был абсолютно уверен. Пылев Андрей Александрович был задержан на территории Испании. В отношении него был направлен запрос в Испанию. Поскольку в запросе о выдаче и в решении мадридского суда о его выдаче были указаны вот только те преступления, 3 эпизода убийства и организация банды и преступного сообщества, то, соответственно, он в соответствии с требованием уголовно-процессуального закона и дело в отношении него рассматривалось только по этим преступлениям. Подсудимый Пылев не стал дожидаться выступления прокурора с обвинительной речью. На первом же заседании он потребовал, чтобы сначала допросили его. И заявил, что еще в 1994 году он переехал с семьей в Испанию, где получил вид на жительство. Обосновался в курортном местечке Марбелья и вел тихую, законопослушную жизнь. В криминальных войнах не участвовал. В 2001 году российская генпрокуратура пыталась добиться его экстрадиции, но мадридский суд счел тогда доводы российской стороны неубедительными, и Пылева оставили в покое. Почему в 2005 году, после повторного запроса, испанский королевский суд все-таки принял решение о его выдаче российским властям, он не понимает. Присяжные или народные заседатели – это обычные люди, представители народа. От их сочувствия или неприятия часто зависит исход дела. Для подсудимого благоразумнее не противопоставлять себя присяжным, а наоборот, убедить их в том, что он обычный человек, который оказался здесь в силу стечения обстоятельств. И тот факт, что он находится на скамье подсудимых, является роковой ошибкой. Андрей Пылев – человек явно умный, внимательный и осторожный. На нем обычная джинсовая куртка, обычные очки, часы.
Школьная тетрадочка, в которой он делает какие-то пометки. Весь его внешний вид явно диссонирует с теми серьезными обвинениями, которые ему предъявляются. На первых порах Пылеву действительно удалось произвести на присяжных благоприятное впечатление. Он небольшого ростика. Ну, такой он, такого телосложения, ну, такой он плотненький, но он небольшого росточка был, в очках. Ну, вот если вот так вот его встретить, я бы, конечно, не подумала, что он там в какой-то группировке состоит. Вряд ли образ, создаваемый Пылевым, произвел на судью Гученкову впечатление. Но и она отметила. Профессорский сынок, я бы так вот сказала. Конечно, сложно было предположить, что он действительно такой, в чем его обвиняет. Сидел, как правило, с таким неотрешенным видом, но с безразличным. Вроде как все происходящее в зале судебного заседания его не касается. Гособвинитель Александр Дементьев понимал, чтобы разрушить обманчивый образ жертвы обстоятельств, создаваемый Пылевым, нужно, чтобы присяжные отдавали себе отчет, что за человек разыгрывает перед ними спектакль. Но закон запрещает информировать заседателей о прошлом подсудимого. Сложность о том, что присяжные, они не изучают материалы дела, не знают, что у них есть. Также они и по личности тоже подсудимого ничего. Подсудимый для них бел, как листок бумаги, чистый листок, лист бумаги. И вот только зависит от сторон, вот в чем и заключается признак состязательности во всей красе в суде присяжных. А между тем, чтобы подойти вплотную к оглашению преступлений, в которых обвинялся подсудимый, прокурору пришлось сделать небольшой экскурс в 90-е годы. Из материалов уголовного дела. В начале 90-х известный в Москве уголовный авторитет Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр объединил несколько действовавших на юге и юго-западе столицы группировок в одну боевую организацию. Ты понимаешь, что весь бизнес перейдет к нам? К тебе, к Андрею, мне. В ОПГ, проходившей по агентурным данным как Орехово-Медведковская, активную роль играл лидер медведковской части банды, бывший сотрудник КГБ СССР Григорий Гусетинский по кличке Гриша Северный. Неплохо. Давайте, на стрельбу. Олег, у тебя закончили. Смена, парни. Опустили оружие. Пойдем глянем. По версии следствия, именно Гриша Северный познакомился в спортзале и завербовал Андрея Пылева. В то время Пылев работал мясником в универсаме. Он сделал его своим доверенным лицом, а его брату Олегу поручил заниматься службой собственной безопасности и руководить многочисленными охранными предприятиями. Все очень просто. Будучи на тот момент вот приближены к лидерам, там, Сильвестру, Гусетинскому, Ананевскому, они казались очень хитрыми. Просто хитрыми. Из материалов уголовного дела. В 1994 году был взорван автомобиль Сильвестра. Внутри банды началась война за лидерство. По милицейским сводкам, только в 1995 году было зарегистрировано 1500 заказных убийств внутри бандитских сообществ. То есть почти каждый день в криминальных разборках погибали 3-4 человека. А затем пришла очередь учителя и главного покровителя Пылевых, Григория Гусетинского. Выстрел снайпера прервал его бандитскую карьеру. Власть в банде захватили братья Пылевы. Изначально, когда Пылев стал лидером банды, они, ребята, были непростые все, они продумали все намного вперед. Значит, его одного, так скажем, легализованным таким образом отправили за границу, чтобы он там сидел и
ну, скажем так, финансистом был. Они немножечко оказались, которые приезжали в какую-то страну, и там же вели себя не совсем правильно. А это тихо, мирно там обосновались и решали свои вопросы. Понимали, что если какую-то часть банды отрубить, то голова, когда будет на месте, то можно все восстановить. Самое главное – деньги и, самое главное, человек, который будет все знать. И вот теперь прокурору Александру Дементьеву нужно было доказать присяжным причастность этого глубоко законспирированного вожака и финансиста к следующему кровавому эпизоду. Черкашина, Анашкин и Горелкин также были членами одной из преступных группировок. У них с Олегом и Андреем Пылевым возник конфликт по поводу денег. Черкашин и Горелкин требовали возврата определенной денежной суммы в размере 16 тысяч долларов, которые им задолжал Гусетинский. Первым свидетелем обвинения стал Алексей Черкашин. В прошлом участник подольской организованной преступной группировки. Правда, в этот раз он выступал в непривычной для себя роли потерпевшего. Из показаний Алексея Черкашина. Пылёва и Гриша Гусетинский, он тогда еще был жив, взяли у нас 16 тысяч долларов на адвоката, который должен был вытащить нескольких наших бойцов из тюряги. Тогда это были крупные бабки, квартиру можно было купить. Но наших отпустили и без помощи их адвоката. Гриша Северный понимал, что если не вернет деньги, то у него с братвой будут проблемы. И Пылёвы сделали ход, опередив нас. Лидерами группировки, в том числе и Пылёвым Андреем, коллегиально было принято решение об убийстве данных лиц. Олег Пылев подобрал исполнителя данного убийства. Я знаю, тебе не понравится мое предложение, но я бы... Чему не понравится? Я согласен. Утром 11 мая 1994 года свидетель Алексей Черкашин и двое других боевиков подольской группировки приехали на набережную по делам. Минут через 40 они решили вернуться к своей машине. Черкашин открыл водительскую дверь. Один из боевиков устроился на заднем сиденье. Из глубины двора появился человек с оружием и открыл огонь. Боевик на заднем сиденье был убит сразу. Черкашин получил пулю в живот. Третий боевик, так и не успевший сесть в машину, получил ранение в плечо и успел скрыться во дворах. Стрелявший бросил пистолет и смешался с толпой. Черкашину скорую помощь вызвали случайные прохожие. Появление в суде этого свидетеля произвело эффект разорвавшейся бомбы. Пылев на секунду даже забыл, что должен изображать полное безразличие к процессу. Они даже не понимали и не могли предположить, что раненый вот этот, что он выжил, что он, будучи тогда на тот момент членом банды, сам через несколько лет придет давать показания, принесет пулю нам еще, которую из него вытащили и так далее. Они это предположить просто не могли. Привести свидетелей в зал суда для муровцев, которые больше 10 лет кропотливо собирали доказательства и вместе с прокурорскими следователями добивались суда над бандитами, было совсем непросто. Жестокость, с которой группировка расправлялась с теми, кто мог хоть что-то рассказать о главарях, была широко известна. Не щадили даже своих. Собирали их где-нибудь на даче, то все уже предполагали, что кого-то будут убивать. И вот они собираются, там человек 10, и не знают, кто будет убит. Но собираться вынуждены были все. Вот. Поэтому все думали, что ну едет, ну может не меня. И как правило, того, кого убивали, с тем вот тут веселились, водкой поили, туда подобное, а потом и говорили, ну, твоя очередь пришла. Как правило, душили. Опять же, это из психологических соображений. Выстрелить это вроде бы как просто, а вот обязательно надо задушить, вот, как они говорили, накинуть там удавку. Ты можешь что-нибудь сделать? Знаешь, Паш, я бы очень хотел. Не получается, извини. Они не могли поверить в том, что Пылев будет привлечен. Они очень боялись даже, что вдруг какие-то последствия. Нам было стоило очень большого труда им доказать, что, в принципе, вся банда в сборе, что уже ничего не угрожает, да. Из материалов уголовного дела. И действительно, к лету 2006 года, когда начался процесс над Андреем Пылевым, ситуация изменилась. Практически все бойцы и второй лидер банды, брат Андрея Олег Пылев, были арестованы и осуждены по 11 криминальным эпизодам на большие сроки.
Поэтому свидетели теперь могли открыто давать показания в суде. И свидетели говорили, ну, мотивируя тем, что мы будем стоять на своих показаниях, говорят, нам уж мы устали бояться, и скорее бы это все закончилось. Подсудимого Андрея Пылева защищали известные в среде авторитетных бизнесменов адвокаты Вадим Миндлин и Виктория Шонина. У них было несколько вопросов к свидетелю. Основной. Ознаком ли Алексей Черкашин с подсудимым Андреем Пылевым лично? Черкашин показал в судебном стане, что он хорошо знал Андрея Пылева, как одного из ближайшего человека из окружения Гусетинского, который на тот период возглавлял Медведковскую преступную группировку. А может ли Черкашин рассказать подробно, каким именно образом подсудимый участвовал в расстреле на набережной Максима Горького? На этот вопрос адвоката у потерпевшего ответа не было. Он как мог обезопасывался в плане того, чтобы меньше общаться с членами банды. Только с самыми доверенными он общался. А с рядовыми, которых понимал, что рано или поздно либо задержат, ну, или убьют, значит, чтобы на него показания не дали, он не общался. Сторона обвинения продолжала настаивать на своем. Функция Андрея Пылева основная – это финансы, касса. И Андрей, хотя он непосредственно не принимал участие в этих убийствах, тоже участвовал в обсуждении тех вопросов, кому поручить. В том числе, как финансист банды, он выделял деньги исполнителю за совершенный заказ. У прокурора был свой козырь. Дело в том, что киллер Кондратьев, который выполнил свой заказ около кинотеатра «Ударник», на тот момент находился в колонии строгого режима, где отбывал свой срок – 15 лет. По настоянию гособвинителя он был доставлен в зал суда под конвоем. Кондратьев в качестве свидетеля в суде показал, что Олег Пылев ему поручил исполнение данного преступления. Но на следующий день в спортзале к нему довольный подошел, как пояснял свидетель, Андрей Пылев, показал вырезку из газетной статьи о данном преступлении и сказал, вот молодец, был очень доволен действием Кондратьева. И это был второй серьезный удар по линии защиты Пылева. А его адвокатам это могло стоить репутации. Они его просто убедили, и он до мозга костей вот просто был убежден, что к нему претензий нет. И то, что те ранее совершенные им убийства доказать невозможно, потому что уже никого нет, там типа киллеров, там кто непосредственно где-то там убивал и так далее. Свидетель Кондратьев присутствовал в зале судебных заседаний под конвоем. На его руках были наручники. На присяжных эта картина произвела неоднозначное впечатление. Они конвоируются в наручниках, причем в зал судебного стания они поднимаются, ну, как сказать, рука к руке. То есть одна рука осужденного прикрепляется наручником к конвоиру. То есть он с ним рядом и стоит за свидетельской трибункой. Вопрос о том, были ли они осуждены и каким сроком лишения свободы при присяжных, не выяснялся. Защита всячески давала понять присяжным, что такие свидетели, как Кондратьев, не могут вызывать доверие. И адвокаты Пылева, и сам Пылев пытались играть на том, кому вы верите, они убийцы, а я сижу за границей, никогда не приезжал, что вы им верите? И при этом, я вас уверяю, он искренне верил, что это так. Он даже не врал, он считал, что они бандиты, а я нет. Рассказы свидетелей о том, что они даже не надеялись дожить до суда, и о том, что устали бояться, шокировали не только присяжных заседателей. Судья Елена Гученкова с трудом сдерживала собственные эмоции. Достаточно жесткая была банда. Отказаться выполнять какое-либо поручение, если ты являлся членом этой банды, было в принципе невозможно. Потому что в противном случае ты мог сам стать жертвой за неподчинение, в общем, вплоть до расстрелов. И достаточно они часто этим пользовались. Это называется трусость и предательство. А что говорит? Валить его. За это полагается смертная казнь. Каждый по выстрелу. И
из материалов уголовного дела. Андрей Пылев родился на окраине Москвы в 1962 году в семье рабочего. После службы в армии завалил экзамены в институт и устроился работать мясником в районный универсам. Вместе с младшим братом Олегом, 64-го года рождения, в конце 80-х стал посещать так называемые «качалки». Олег подавал документы в военное училище, но его не приняли из-за судимости. В 84-м году он подрался с дружинником и получил условный срок. Но свои мечты о военной карьере Олег в полной мере воплотил в банде. Казарменная дисциплина, спорт, безоговорочное подчинение. Рассудительность брата Андрея компенсировала взрывной характер Олега. Ты что? Ты что творишь? Я что здесь, по-твоему, семечки, что ли, лузгаю? Мне дисциплина нужна во всем. Приказы не обсуждаются. Это же зверь, их вот так вот держать надо. Если мне здесь каждый стрелок будет свои принципы демонстрировать, да нас разорвут. Да, Леха, это не все. И не все решается только на страхе. Андрей и Олег Пылевы коллегиально принимали. И вот решение об устранении никто не мог. Ни Андрей отдельно с Олегом, без Олега, и, соответственно, Олег не мог отдельно принять. По мнению стороны обвинения, роли были расписаны четко. Олег – силовая поддержка операций, Андрей – стратегия и тактика. Ты дебила не включай. Я тебе сказал, вали немедленно, это приказ. А приказы не обсуждают, их просто выполняют. Ты меня понял? Мы просто партнеры. Мы все делаем общее дело, общий бизнес. Ну, естественно, если кто-то будет мешать этому нашему общему бизнесу, того придется сливать. Он, как, скажем так, он из себя строил такого психолога больше, чем Олег. Олег там так практически прямолинейно. Он уже был монстром для всех. Его все боялись, его появления. А тот, значит, шахматист у нас был. В гости к Андрею Пылеву приглашали кого-нибудь из тех членов банды, кто принимал участие в очередном убийстве. Ему предлагали сыграть в шахматы. На протяжении всей партии Пылев очень внимательно изучал своего противника, потом молча вставал, выходил в соседнюю комнату, где и выносил свой вердикт. Жить этому члену банды или нет? Сдаст он или не сдаст? Прокурор Александр Дементьев приступил к оглашению второго эпизода, по которому было выдвинуто обвинение. Брат. Андрей Пылев со своим братом Олегом заказал убийство двоих членов банды. А этих тварей, я их уничтожу, я тебе клянусь, обещаю. Спасибо. Удачи. Бачурин и Садовников, они не последнее место, ну, занимали в группировке Медведковской. Ну, вот после убийства Гусетинского, братья Пылева, Андрей и Олег, ну, взяли на себя функции руководителей группировки. По версии следствия, Юрий Бачурин по кличке Усатый и его телохранитель Алексей Садовников по кличке Банщик тоже претендовали на лидерство в преступном сообществе. И они задумали устранить братьев Пылевых. В связи с этим они встречались с Шестобитовым, кличка Солдат. Ну, Шестобитов весь разговор записал на магнитофон и данную аудиозапись передал Андрею и Олегу Пылеву. Мотивом убийства Бачурина и Садовникова было желание их переделать структуру организации и организовать убийство Пылева Олега. Это брат Андрея Пылева. Поскольку такая информация поступила в распоряжение братьев Пылевых, они, естественно, решили упредить действия Бачурина и Садовникова и организовали совершение их убийства. Об этом присяжным рассказал свидетель Владимир Грибков. В банде он исполнял функции охранника-бригадира. Показания он давал злорадно, поглядывая на сидящего за стеклом Андрея Пылева.
Тот делал вид, что не знает этого человека. Из показаний Владимира Грибкова. 14 февраля 1995 года Бачурина и Садовникова пригласили попариться в баню в путевом проезде. Причем пригласил лидер Ореховских Сергей Ананевский. Еще живой тогда. Потому что на вызов Пылевых они бы не приехали из-за опасности. Мы приехали, не думая ни о чем плохом. Я по своей обязанности охранника-бригадира пошел осматривать помещение. Олег Пылев вышел мне навстречу и пожал руку. Тут мне заломили назад руки и ударили по голове чем-то тяжелым. В начале 90-х в Москве Орехово-Медведковская группировка была одной из самых сильных и жестоких. В ее состав входили несколько сотен молодых мужчин без вредных привычек. Алкоголь и наркотики, в отличие от других банд, были запрещены. Большинство из них в прошлом была армия, спецназ или другие силовые структуры. В 91-м страна вдруг перестала в них нуждаться, чего не скажешь о бандформированиях. Основной круг вопросов решался в спортзалах и саунах. В 90-е эта банда крышевала торговые палатки, несколько московских рынков, ювелирных компаний и турфирм. Отказаться от их услуг было невозможно. Когда нас нет, пришлёл кто-то. Есть такой закон. Закон. Если вы сказали, это Ореховская бригада. В крайнем случае, что они могут сделать? Они могут вызвать нас, с нами разбираться, но не с вами. Вы же все, ребят, прикручены. Свидетель Владимир Грибков продолжал давать показания. Я потерял сознание, когда очнулся и увидел рядом с собой лежащего Садовникова. В это время Бачурин в наручниках ползал и просил, чтобы его пощадили. Олег на это не соглашался и говорил что-то вроде «Тебе и без того было оказано много внимания». После этого моего шефа Бачурина задушили. После этих показаний в зале повисла гробовая тишина. Как выяснилось, это была обычная бандитская практика решения вопросов. Из материалов обвинительного заключения. 14 февраля 1995 года, около 20 часов, в помещении бани Пылев Олег, Махалин Сергей и другие лица сначала избили Бачурина и Садовникова, а затем Махалин затянул на шее Садовникова заранее приготовленную веревку, а другой участник напал на Бачурина и также затянул на его шее заранее приготовленную веревку, вследствие чего потерпевшие скончались от асфиксии. Судья Елена Гученкова после этого процесса призналась, что не смотрит телевизионные триллеры. В зале заседаний ей приходится сталкиваться с реальными ужасами. Бачурин и Садовников были задушены в бане, после чего их трупы были перевезены, если я правильно помню, в гаражный бокс какой-то, где облиты бензином трупы были и подожжены. Кое-кто из присяжных не смог даже мельком взглянуть на фотографии, сделанные во время предварительного следствия. Судья Елена Гученкова понимала, неподготовленному человеку трудно смотреть на такое. Расчлененные трупы или сожженные. То есть даже профессионалу их не очень приятно смотреть, эти фотографии. Мы просто предупреждаем, ну вот лично я предупреждаю присяжных, что вот там достаточно, так сказать, изображен труп вот с теми признаками насильственной смерти, о которых вы услышали. Поэтому кто не может, ну по каким-то причинам, не все же могут смотреть на эти фотографии, то может не смотреть. Несмотря на то, что свидетель Грибков не видел подсудимого в бане в тот день, он высказал убеждение, что именно Пылев отдал приказ расправиться с бригадирами. Подсудимый что-то записал в мятой тетрадочке. Ну, в бане присутствовала большая группа членов, как и Медведковской, так и Ореховской группировки. Факт тот, что именно лидеры группировки давали указания на убийство вот Бачурина Садовникова, а потом на их сожжение. Несмотря на все попытки защиты поставить под сомнение свидетельские показания, присяжные поверили прокурору. Они уже были лидерами этой группировки, уже что-то об этом говорит. Значит, уже все было в их руках. Они убирали людей, кому не нужно, они там, ну все у них. Адвокаты вновь попытались дискредитировать показания свидетеля, но неожиданно получили отпор от самого Грибкова. Расчет в том, что Миндлин
ну, оказывал юридическую помощь как раз группировке. Свидетели некоторые на вопросы Миндлина откровенно так дерзко отвечали. Вадим Самуилович, ну что вы мне тут ерунду-то задаете? Вы сами все знаете. Адвокатам Пылева необходимо было дискредитировать показания Грибкова в глазах присяжных. Поэтому они задали ему простой вопрос. Приходилось ли ему выполнять заказы в роли киллера? И скольких человек он убил? Судья Елена Гученкова немедленно пресекла попытку донести до присяжных информацию о том, что свидетель уже осужден за убийство. Но было очевидно, что по позиции обвинения нанесен серьезный удар. Любым способом доводит до сведения коллегии присяжных ту информацию, которая не подлежит исследованию с их участием. И как бы мы, профессиональные судьи, не запрещали им этого говорить, я как говорю, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Да, после этого, конечно же, профессиональный судья, он должен среагировать на такое высказывание. Насколько это влияет на принятые коллегии присяжных решения, мы никогда, наверное, этого не узнаем. Сторона обвинения, в свою очередь, не могла поделиться с присяжными всей информацией, полученной от того же Андрея Пылева во время его оперативной разработки. Он свою вот эту всю бандитскую деятельность считал бизнесом. Просто бизнес. Вот это главное слово в его вообще разговоре. Они занимались бизнесом. А как идти по этому бизнесу, они считают, что это разное. Одни так, другие через вот это. Они же убивали бандитов, они же очищали там это же претендовали на это, а мы тут вот это. То есть объяснение, они считали, что это вполне здравые. Но в суде такие радикальные взгляды на свою роль в очистке страны от бандитов Андрей Пылев не высказывал. Он по-прежнему был в образе жертвы обстоятельств. Даже когда пришло время рассмотрения самого громкого преступления, организацию которого обвинение ему приписывало. Это ликвидация наемного убийцы Александра Салоника и его подруги, фотомодели Светланы Котовой. Из материалов уголовного дела. Александр Салоник по кличке Саша Македонский. Первое заказное убийство совершил в 1990 году. Всего же за ним числилось более 20 доказанных эпизодов. Салоник владел навыками рукопашного боя и стрельбы из снайперского оружия. Был штатным киллером курганской преступной группировки, входившей, в свою очередь, в Орехово-Медведковскую ОПГ. В 1994 году при задержании убил троих милиционеров и частного охранника. Отбывал срок в тюрьме «Матросская тишина», однако 5 июня 1995 года совершил побег. По версии обвинения, киллер плотно работал с Орехово-Медведковской группировкой, выполнял для нее грязную работу и был неплохо осведомлен о структуре и бизнесе банды. Для правоохранительных органов Салоник мог стать кладезем информации. А ты вспоминай. Вспоминай. После вот удачного побега из «Матросской тишины», который был совершен 5 июня 1995 года, Салоник некоторое время жил, значит, в Подмосковье, в Владимирской области. Вы где? Где надо? А потом он переместился в Грецию. У него был греческий паспорт, куплен вот, на греческую фамилию, и он жил, значит, в Греции. По версии обвинения, как только братьям Полевым стало известно, что оперативники Мура вышли на след Салоника, лидеры ОПГ решили зачистить территорию, то есть убрать опасного свидетеля. Но поскольку Салоник, он как бы был и с курганцами работал, и с ореховскими, то, естественно, при задержании его возникает вопрос, что он может как бы рассказать, кто являлся заказчиком тех убийств, которых он был исполнителем. В связи с этим было принято решение Пылевым Андреем Александровичем и его братом об устранении Салоника в Греческой Республике. В операции были задействованы лучшие силы банды. 4 бригадира Орехово-Медведковской группировки. В Грецию по подложным паспортам были направлены члены этой группировки, бойцы так называемые, ну и в том числе и Пустовалов, бригадир одной из бригад группировки, а также Филиппов, Гусев, еще один бригадир Медведковской, Шарапов. Вот 4 указанных лиц прибыли в Греческую Республику. Свое прозвище Саша Македонский Александр Салоник получил за умение стрелять с двух рук. Такой метод ведения огня называется стрельбой по-македонски. Те, кто его знал, уверяют, что он всегда носил с собой 2 пистолета и предпочтение отдавал 17-зарядному австрийскому глоку.
Салоник человек опытный и осторожный. Каким же образом удалось подопечным Андрея Пылева к нему подобраться? Из материалов уголовного дела. К 1997 году все боевики курганской группировки, в которую входил Салоник, уже были арестованы. На контакт беглый киллер мог пойти только с теми, кто раньше обеспечивал его заказами. И он жил, значит, в Греции. Там он снимал виллу. Вот. И рядом с ним жили те же самые Ореховские и Курганские жили. И как бы, поскольку они все были в те времена, вот, условно можно сказать, союзники. Впервые в зале суда прозвучало свидетельство человека, тесно связанного со всеми главарями преступного сообщества. Под конвоем доставили киллера Александра Пустовалова. К этому времени он уже получил свой срок – 22 года строгого режима. Киллер рассказывал, что решение о ликвидации Салоника братья Пылевы и третий лидер банды Сергей Буторин принимали вместе. Пылев упорно делал вид, что не знает свидетеля. Из показаний Александра Пустовалова. «Мы поселились в доме близ Афин, как велели. В тот же вечер созвонился с Сашей Салоником, пригласил его к себе. Он приехал с девушкой Светланой. Как всегда, неожиданно, не в условленное время, когда я был один. Убивать его было опасно. А тут еще эта Светлана». Из материалов уголовного дела. Светлана Котова, 74-го года рождения. Финалистка конкурса «Мисс Россия 96». В начале 97-го познакомилась с Александром Салоником, разорвала контракт с известным модельным агентством и переехала к Салонику в Грецию. По свидетельству ее знакомых, Светлана мечтала о красивой и обеспеченной жизни, строила планы на будущее. Было видно, что трагическая судьба этой девушки не оставила равнодушными ни судью, ни женщин-присяжных. Ну, не как девочки думают, что, в общем, он такой главарь, деньги, деньгами швыряется. А молодежи это очень нравится, но они не думают о последствиях. Из показаний Александра Пустовалова. На следующий день, 31 января 97 года, я и Гусев приехали в дом Салоника. Когда сели за стол, Гусев повалил Салоника на пол. Я накинул давку на шею. Гусев держал его за ноги, я душил. Неожиданно мы услышали крик Светланы со второго этажа. Она спускалась со второго этажа и увидела, что значит, этого Сашу душит. Она заорала, закричала, и, в общем, они его, значит, убили, а потом, значит, ее. Свидетель Пустовалов рассказал о том, что судьбу Котовой по телефону решали братья Пылевы. Киллеры звонили Андрею в Испанию. Звонят, там, ну, те исполнители звонят буквально по телефону своим людям, говорят, вот там, ну, условно говоря, там Олег там, или Андрей, говорит, там женщина осталась, говорит, что сделать? И вот слова, опять же, перехваченные там по радиоперехвату, скажем, земли места много. Труп ее был расчленен и закопан недалеко от указанной виллы. Труп Салоника был выброшен, ну, в горной местности. Потом данные о месте нахождения трупа были сообщены полиции греческой, и он был обнаружен, труп. Чтобы хоть как-то смягчить удар, нанесенный показаниями свидетеля обвинения, адвокаты вызвали в суд младшего брата Андрея Пылева, Олега. К этому времени он уже отбывал 24-летний срок заключения и готовился к еще одному судебному процессу. Олег отказался давать показания в пользу брата, но пытался уговорить Андрея поменять тактику и не молчать. Как он говорит, я хочу ему помочь, он не поймет. Он пойдет на вот это вот, да, молчание, на 51-ю статью, не понимая, что ему грозит. Он же деталей не знает. Вот, того, что происходит. Он думает, что вот, говорит, вот так, поэтому надо ему помочь. Но Андрей не собирался следовать советам брата. Он считал, что молчание – единственный способ выкрутиться. Пытаясь представиться достаточно умным, на самом деле человек очень таких средних способностей. Но учитывая те обстоятельства, которые сложились, когда они возомнили себя вершителем судеб, естественно, это очень сильно повлияло на его
мировоззрение. Ему очень трудно было спуститься на землю. Защита вызвала в суд жену Пылева, Валентину. Аргумент был следующий. Женщина, которая прожила в браке с Андреем более 10 лет, не может не знать, чем занимается ее муж. Из показаний Валентины Пылевой. Я категорически отрицаю все эти обвинения. Мы с Андреем с 94 года и до его ареста в 2003 жили в Испании. Он занимался бизнесом. Я работала в банковской сфере. Какой криминал? Ну, конечно, защищала его, что она, значит, ничего не знала, откуда деньги такие. Она выглядела как серая мышка. Она на меня лично она никакого впечатления не произвела. Такая обыкновенная женщина. Но не все, как присяжные Доронина, поверили в то, что эта женщина на самом деле не знает, откуда в семье деньги. Расчет адвокатов на то, что своими показаниями жена Пылева вызовет сочувствие присяжных, не оправдался. По версии обвинения, Андрей Пылев время от времени приезжал из Испании в Россию и вел здесь активную деятельность. Помимо копий авиабилетов коллегии присяжных были показаны фотографии и скрытая видеозапись дня рождения подсудимого, которую он отмечал в одном из московских ресторанов всего пару лет назад. Не рядовой день рождения, а в том числе СБО, это, как сказать, собрание лидеров группировок. К нам вернулся из длительной командировки мой родной брат Андрюша. Андрюха, с возвращением тебя! С возвращением! Скрытую видеосъемку по заданию самого же Андрея Пылева проводил киллер банды Алексей Шерстобитов. Алексей, спасибо вам, что согласились на это интервью. В основу сюжетной линии фильма «Банды» легло сенсационное интервью, которое дал киллер Орехово-Медведковских Алексей Шерстобитов по прозвищу Леша Солдат. Профессиональный киллер со своим философским подходом к жизни. Позже он получил 23 года строгого режима. Под воздействием его странного обаяния находились не только телезрители, но и все участники судебного процесса над Андреем Пылевым. В здание суда Шерстобитова доставили под конвоем в наручниках. Но так как в тот момент он еще только находился под следствием, в зал он вошел уже без них. Такой был очень симпатичный, очень. Мы даже в него все влюбились. Алексей Львович, по-моему, он Шерстобитов, у него вот... Ну вот присутствовало это обаяние, это, наверное, может быть, еще и от человека зависит каким-то образом. Но присяжные его слушали прям очень внимательно, с достаточным интересом. Выглядел он достаточно физически крепко сложенным. Ну, поскольку дело рассматривалось летом, у него была, вот как сейчас помню, футболка с коротким рукавом черного цвета. То есть вот мышцы прям вот показывал всем своим. У него очень хорошо поставленная речь, он очень грамотно отвечал на вопросы. Его просто было приятно слушать. Шерстобитов подтвердил. Все задания он получал от братьев Пылевых. Андрей принимал активное участие в руководстве банды, хоть и на расстоянии. Киллер рассказал, как в 95-м братья Пылевы с его помощью избавились от своего учителя Гриши Северного, в наследство от которого им досталось лидерство. Говорю, что тебе для этого надо? Я говорю, мне не хватает только информации, все остальное есть. Времени для получения информации нет никакой. Ну, это хорошо. Ну, и я понимаю тоже, я опять-таки их понимаю. Потому что, ну, либо они первые, либо их первыми. И в то же время, что средство для устранения одних и других, вот в данный период времени был только я. Они поняли, что я на их стороне, и нужно быстрее пользоваться, пока я на их стороне. Убрав патроны чужими руками, Олег и Андрей Пылевы стали полновластными хозяевами банды. А Шерстобитов исполнил для новых лидеров еще много заказов на убийство. По некоторым данным, на счету у Леши Солдата около 30 загубленных жизней. В принципе, они боялись, поэтому они вели с ним очень осторожно. И встречались только в присутствии, скажем так, охраны, которая у них была, всегда вызывали. После таких показаний Леши Солдата... Казалось, исход процесса предрешен. Но по закону обвинению нужно было еще доказать наличие в банде оружия. На вооружении
Медведковской и Ореховской преступных группировок, согласно обвинению, было достаточное количество оружия. Это были автоматы и пистолеты различных моделей, револьверы. Они обозревались коллеги присяжных заседателей, представлялись на обозрение как вещественные доказательства, подтверждающие вооруженность банд. На одном из заседаний были представлены образцы оружия, которыми пользовались члены группировки. Чего тут только не было. Автоматы Калашникова, пистолет-пулемет «Скорпион» чехословацкого производства, израильский мини-УЗИ, оружие спецподразделений. Снайперские винтовки для бесшумной и беспламенной стрельбы. Даже уже женщины в возрасте брали в руки это оружие, рассматривали вот наличие такого количества оружия. И непростого, там же и штурмовые пистолеты были. Такое оружие даже спецподразделений, можно сказать. Присяжные с интересом разглядывали бандитский арсенал. Где бы я увидела столько оружия? Да еще и так посмотрела. Думаю, господи, так дом далеко находится, а я даже в квартире, что даже это самое видное. Я поняла, как убирают людей. И вот эта наглядность, мне кажется, убедила их, то, что действительно достаточно серьезная группировка была и достаточно организованная и сплоченная. Понимая, что показания штатного киллера склонили чашу весов не в его пользу, Андрей Полев в конце процесса резко изменил тактику. Он перестал изображать равнодушие и рассматривать носки своих ботинок. Полев Андрей Александрович по окончании судебного следствия, да, произнося последнее слово, не отрицал как факт наличия как таковой банды, не отрицал уже, что потерпевшие, которые вот по тем эпизодам, которые мы вменялись, были насильственно лишены жизни, но вместе с тем категорически отрицал свою причастность как к деятельности банды и организации, так и к организации убийств, которые ему вменялись. Адвокат Вадим Миндлин также представил новую версию событий. Теперь он не отрицал частичное участие своего подзащитного в делах сообщества. Строили на том, что Андрей занимался коммерческой деятельностью, никаким убийством отношения не имел, и все это за его спиной происходило, и он только вот денежными вопросами заведовал. И все убийства, это, как он показал, что организовал его брат. Но даже отчаянная попытка списать все на брата не помогла Андрею Полеву. Присяжные совещались недолго. Вернувшись, старшина объявил единодушное решение. Андрей Пылев виновен по всем пунктам предъявленного обвинения. Но все-таки спектакль, разыгранный Андреем Пылевым, не остался без внимания. Коллегия присяжных решила, что он, хотя и виновен по всем пунктам обвинения, все же заслуживает снисхождения. На практике это означает, что срок не может быть пожизненным и должен быть сокращен как минимум на треть. Присяжные посчитали, что Пылев Андрей Александрович сам не совершал тех преступлений, в которых он обвинялся. Я имею в виду, что он сам не держал ту веревку, которой были задушены Бачурина, Садовников, не стрелял из пистолета в Черкашина, а он всего лишь организовал и направил. 27 сентября 2006 года федеральный судья Елена Гученкова именем Российской Федерации огласила приговор. Андрею Пылеву было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Но не все были согласны с этим решением. Я даже удивилась, что ему 22. Я думала, ему дадут меньше. Думала, все-таки он как бы к убийству... Ну, он имел отношение, но не физически. Сторона обвинения согласилась с вердиктом и не стала настаивать на ужесточении наказания. Жена Андрея Пылева, Валентина, не выдержала напряжения и разрыдалась прямо в зале суда. Трудно было понять, от чего. То ли от облегчения, что муж не получил пожизненный срок, то ли от того, что она все еще надеялась на оправдательный приговор. Очень переживала, когда ему вынесли вердикт
вот этот приговор. Мы вышли на улицу, она сидела с адвокатом, женщиной, там, на скамеечке около суда. В общем, видимо, адвокат ее, так я посмотрела, уговаривала, видимо, чтобы, ну, не расстраиваться. Защита не согласилась с вердиктом коллегии присяжных и подала апелляцию в Верховный суд. В результате решение Мосгорсуда было подтверждено, но срок лишения свободы Андрею Пылеву сократили до 21 года. Обвинительный вердикт лидеру банды Андрею Пылеву оказался лишь запятой в деле Орехово-Медведковских. В 2008 году Олег Пылев и несколько других боевиков по новым кровавым эпизодам были осуждены повторно. Олег Пылев получил пожизненный срок. В марте 2010-го из Барселоны в Москву был экстрадирован последний из троих главарей банды Сергей Буторин. Вполне возможно, что совсем скоро в Московском городском суде начнется новое слушание по делу той же организованной преступной группировки, в котором всплывут новые персонажи и новые эпизоды.